Это игровые видеоновости Видеомании. Самое интересное, что произошло в мире игрового видео за прошедший месяц. А посмотреть сегодня есть на что. Анонс Uncharted 2. Фантастические кадры из PC-версии Mirror's Edge. Фантастическое видео Yakuza 3 и многое-многое другое. Нередко любительские модификации становятся настоящими полноценными коммерческими проектами, которые обретают огромную славу. Так было с Counter-Strike, так было с Portal, так было с Left 4 Dead. На очереди Black Mesa, ремейк нового Half-Life на движке Source. Еще недавно все косо смотрели на эту идею, но после этого трейлера хочется, чтобы проект взяла под крыло сама Valve. Доброе утро. Добро пожаловать на научно-исследовательскую базу «Черная месса». Местное время 7 часов ровно. Здравствуйте, мистер Фриман. Представляете, у меня система полетела. Уже, наверное, минут 20 назад, а я все еще никак не могу восстановить свои файлы. Какой-то неудачный сегодня день. Гордон, дальнейшая судьба эксперимента в ваших руках. Отойдите от образца, Гордон. Выключите его. Это нештатная ситуация. Выключите устройство. Мы не всегда можем предугадать последствия наших действий. В феврале на прилавках появится очередной Codename Panzer, на этот раз с подзаголовком Cold War, то есть «Холодная война». Любителям горячки и стратегии в альтернативной истории должно понравиться. Вслед за Второй мировой войной. Началась новая война. Она перепишет карты мира. И определит путь его народов. История рождает героев. Выход в феврале 2009-го. Продолжает стратегическую тему горячо ожидаемый Dawn of War 2. Все-таки чертовски красиво и пафосно. Космические пехотинцы. Орден кровавых воронов. We are the blade of the Emperor. Cyrus here, clearing the path. We are the angels of death. Thank you.
Вместе вы кровавые вороны, защитники человеческой расы. Создателям второй игры по «Крестному отцу» удалось невозможное. Полностью убедить нас своей рекламной кампанией в том, что игра ну просто никакая. Новое видео не исключение. Я знаю, как все было, Поло. Слушай, я правду тебе говорю, Доминик. Я поверил тебе. А ты нас продал? Ты врешь, я ничего такого не делал. Нет. Моя рука! Ты не прав. Я никогда не вру. Ты с ума сошел? Что за чертовщина? Это бизнес. Давай, поехали. Нас ждут. Завтра вернемся к работе. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine and up stress. It's just like the fella said. Tell me quick. Boy, ain't love a kick. Tell me quick. Ain't love a kick in the head. I gotta tell you, должен сказать тебе, Фредо, иногда мне нравится эта работа. Выход в феврале 2009-го. Продолжает трэш-парад игра по новому кинофильму «Панишер», то есть «Каратель». 40 секунд экранного времени – достойная плата, чтобы сэкономить деньги в магазине. Война никогда не отвлекается от своего промысла и не дает поблажек. Я живу для того, чтобы делать то, что должно быть сделано. Ждите скоро, только для PlayStation Network. А вот нечто куда более приличное. Экшен по фильму Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» вполне может стать достойным развлечением на вечер. Мы — община наемных убийц. Уже 1000 лет мы храним равновесие во Вселенной. Мы оперируем абсолютными понятиями. Убить одного... чтобы спасти тысячу. Я избалованный ребенок в этой общине. Орудие судьбы. А ты кто такой? Еще один потенциально достойный проект по лицензии — «Бэтмен Аркхайм Асайлум». Настоящий стелс-экшен про Бэтмена в мрачной атмосфере а-ля «Биошок». Как минимум любопытно. В мире онлайновой RPG EVE Online неспокойно. Новый шикарный трейлер одновременно информирует, поражает и завораживает. Хоть снова к игре возвращайся. Вы смотрите ACN. Достоверные новости о Марской империи.
В этот знаменательный день, который навечно останется в памяти наших потомков, Великая Империя Амаров возвещает о короновании Ее Высочества Императрицы Джамиль. К миллиардам правоверных, воплощающим небывалое имперское могущество, она прибыла в окружении попечителей, чтобы объявить о начале эры новых завоеваний. Правление императрицы началось с обращения ко всем жителям нового Эдема. Я предвестница надежды. Я защитница справедливости. Запомните все, кто слышит меня сейчас. Все, что вы сделаете во славу этой империи, вернется к вам из благодатных рук моих. EVE Online. Это ваша вселенная. Следующий год определенно пройдет под флагом японской индустрии. Такого вала громоздких проектов мы не видели уже много-много лет. В 2009-м в эпоху Next Gen'а войдут, наконец, и главные японские RPG. Новый Star Ocean сходу берет уже одним своим сюжетом. В 2048 году от Рождества Христова Земля оказалась на краю тотального уничтожения. Война прошла, но ее последствия остались. Совместными усилиями, создав Министерство по исследованию Вселенной и разработке технологий перемещения по ней, человечество пустилось в поиск новых миров среди звезд. 2087 год нашей эры стал первым годом нового космического календаря. Благодаря успеху экспериментов доктора Трилоса Бахтейна по созданию пространственного исказителя, мечта человека о покорении космоса воплотилась в реальность. Министерство втайне занялось разработкой проекта корпуса космической разведки. В 10-м году новой эры состоялся запуск первой официальной миссии космической разведки. Храбрые первопроходцы неизведанных миров, в чьих руках судьба человечества. Я буду молиться за успех вашей миссии. Отныне ты капитан нового Калнуса. Почему ты так быстро согласился на такое опасное задание? Эдж, это безрассудство. Я никогда их не видел. Но о 13-й ходят нелестные слухи. Я ухожу, дедушка, хорошо? Выход 3 марта 2009 года. А вот трейлер, в который просто-таки невозможно не влюбиться. Знаменитая команда Level 5 создает один из самых ярких эксклюзивов для PlayStation 3 — White Knight Chronicles. Уже хотим саундтрек.
Близится к релизу первая игра по гениальному аниме «Афро-самурай». Если вы не смотрели эту мрачную параноидальную пятисерийную хип-хоп-сказку с Самуэлем Джексоном в главной роли и с гениальным музыкальным сопровождением от Риза, наш вам совет – посмотрите. Иначе игра покажется странной и непонятной. Мы же с нетерпением ждем ее появления, хоть и не питаем особых надежд. Афро! Я разбудил тебя, сукин сын. Оглянись! Пора тебе приниматься за дело! Didn't know what hit you. Stick him with a ginsu. Hit him up. Giving him jujitsu. Pistol weapon with an issue. Spit in front of tissue. Ninja homer like a missile. With a little dojo kicking sick of Rockefeller. Propeller kick and drop it. Operator saying acapella. Soccer fella. Spatter like a watermelon. Hold a hammer like Digi Apple Samurai. Easy down. Surrounded in a battle fight. Slash lacerating into masquerading. Cataract. Faster than the speed of light. A beating with a blade. Saving from the league of murder. A stranger. Lurking the shadows out of battle. But still a battle. Look. Killer battle. Villa to the clip. He's out of ammo. Yeah. Shotgun. You know what? He holds no fear. Do it for the love because the blood is on its spear like. Понравилось? Тогда зацени это! Сам, все хорошо. Тебе нужно отдохнуть. Залечи твои раны. Electronic Arts пытается всячески поддержать интерес к не очень удачному Mirror's Edge. В том числе вот таким новым скачиваемым контентом с картами для прохождения на время. Что сказать, чертовски красиво, хотя нам кажется, что ориентироваться в этом конструктивизме будет сложно. Впрочем, куда интереснее взглянуть на кадры из PC-версии Mirror's Edge. Шутка ли? Впервые за много лет ПК-версия выглядит на 3 головы выше консольной. Просто завораживающее зрелище. Осталось узнать, на каком ядерном реакторе все это запустится. Разработка нового Red Faction близится к концу. И знаете, с каждым роликом игра нравится нам все больше. Мы думали, что вы прибыли на Марс с миссией освободить нас. Земные силы защиты, борцы за независимость нового рубежа человечества. Но вместо этого вы сделали граждан Марса своими рабами. Теперь... Вы наш злейший враг. Вы наша мишень. И мы будем сражаться с вами вплоть до полной победы.
Считайте это нашей декларацией независимости. Единственное, что смущает нашу редакцию, гарантированная головная боль от количества взрывов и разрушений на экране. Может испортить игру. А это дебютный ролик ремейка «Ведьмака» для Xbox 360 и PlayStation 3. Просто шикарно. Осенью 2009 года. Лучшая ролевая игра последних лет для PC приходит в виде ремейка на консоли. В этом месяце также появились и новости относительно еще одного ремейка для современных консолей — Chronicles of Riddick — Assault of Dark Athena. По заявлению разработчиков, теперь это не просто ремейк Escape from Butcher Bay с несколькими новыми уровнями, а полноценная игра, содержащая в себе ремейк оригинала. Что сказать, мы жутко соскучились по приключениям Риддика, а Starbreeze для нас по-прежнему главный производитель экшенов от первого лица. Говорят, надежда рождается во тьме. Но сколько душ беспомощно дрейфует во мраке, пытаясь найти свое предназначение. Темнота. Для меня она лучшая подруга. Убить его! В конце все истекают кровью по-одинаковому. Уильям Дрейк возвращается. Так можно описать данные 30 секунд. По словам Naughty Dog, ролик полностью сделан на движке игры. Наверное, мне следовало выйти из этой игры, пока мне везло. Но как там говорится? Фортуна любит смелых? Точно. Посмотрите на меня. Полную версию тизера смотрите в следующем выпуске Видеомани. Ну а в заключении, не менее красивое и завораживающее видео Якудзы 3. Тоже все на движке. これは沖縄の土地の権利書。
これは登場界の敵じゃ。わしの手でキルの組取ったら。 Остается только завидовать японцам, которые смогут поиграть в игру уже в феврале. Кто-нибудь научите Сегу современной локализации. На этом все. С Новым годом! Играйте только в хорошее. Вернее, погодите. Вот такой тизер появился на официальном сайте Konami за несколько часов до сдачи журнала. Видимо, стоит поздравить владельцев Xbox 360 с долгожданным портом. На этом действительно все. Хорошего вам отдыха. Увидимся в следующем году.